Привет, привет. Еду, наверное, в Леруа Мерлен, потому что давно уже хочу вдоль ванны поменять эту ленту бордюрную, потому что она уже пришла в негодность, и надо ее менять. Не знаю, наверное, сегодня доеду. Короче, шансы большие, что сегодня туда доеду. Сейчас немножко прогреваю машину, потому что у нас сегодня морозец, ну, небольшой. В принципе, у нас 5, 6, 3, 4, ну, вот такой вот он легкий морозец, что, в общем-то, не может не радовать, потому что как-то совсем мороза вообще не хочется. Зима не мое время года, хотя витамин D вещь хорошая, помогает хорошо. Время 16:04. Так что, ну не знаю, заката, наверное, не будет, потому что все такое туманное, печальное. В общем, короче, зимнее. Поэтому, в общем, едем, посмотрю, что в Леруа Мерлен, поснимаю. Опять же, там уже наверняка вся новогодняя тематика с октября месяца, вся на ладони. В общем, пошоркаемся, короче, сегодня по магазинам. Так, ну что, я в Леруахе. Парковка забита. Короче, народ весь здесь. Ладно. Ну что делать? Идем. Всякие веточки. Санта-Клаус. Ёлки, типа 2700, еще 600. Ну, там поменьше. Всякая чехуйня. Верхушка на елку. Фонарики. Прикольно, да? Носок декоративный, 690. Украшение венок 1000 рублей. Вот 1000 рублей, конечно, не стоит. Такой просто 590. Правильно,
наших компания дедов. 330. Что это? Снежинки. Ну да. Может быть, если увижу, то давай еще раз видим. Пряничный велосипед. Так, ладно, народу, конечно, масса. Сейчас забудемся. Куча всякой китайской фигни. Гирлянды, гирлянды, гирлянды. Сезонное предложение от кактуса. Здесь просто с глазами. Здесь, видите, уже новогодние. 300 рублей. Так, ладно. Как в кухню интегрировали, да? По новогоднему. 120 тысяч. Ну, вот эта цветика прикольная, гирляндочка. Дизайнеры молодцы. Так, я, в принципе, стою вот за этой лентой, это бордюрный. Смотрите, есть розовая, голубая, бежевая. Я нашла уже вот, но это 398 стоит. Не знаю, чем она отличается от той, которая 247. Цвет. Цвета. Вся цветная. Что это берем? Все чудесно, если бы не цены, которые здесь везде, да? Все, мои покупки, уходим. Ну, он сегодня опять такая штука.
Короче, народу тьма. Что сказать, приятно ходить по строительному магазину и понимать, что тебе, в принципе, ничего из этого уже не надо. Боже, какое счастье, что я доделала ремонт. Ну, теперь всякие мелочи остались, тоже не дешевые, типа кровати, матрасы, но это уже мелочи по сравнению с ремонтом. Так, быстренько показываю, что... Так, смотрите, в итоге я взяла бордюрную ленту. Да, взяла и бросила. На ванну я клею, в принципе, 3 метра, 3,5. Ну, в общем, бордюрную ленту, потому что надо поменять. И вот такой вот важную вещь, как батарейки. Одну, кстати, сейчас здесь положу себе, потому что у меня, как правило, батарейка заканчивается. Самый неожиданный момент. Видите, уже здесь темно. Уже. Все, я дома, а дома тишина. Потому что все едят, все чавкают. Даже Дуська. Девочки, хотела вам показать. Это гель для душа. Такой новогодний вариант. Прикольный, да? Не знаю, не открывала еще, как пахнет, но... Такой вот новогодний аксессуар. Короче, все, девочки, мальчики. Это, наверное, все. Ленту бордюрную. Ну, не знаю, сегодня ли я буду этим заниматься. Или завтра. Для зеркала пришел мне этот скотч, специальное это крепление. Но я еще заказала, у меня там немножечко откололось. И я, короче, заказала такие наклейки. Короче, наверное, они придут, и я потом уже буду вешать зеркало. Ну, в общем, по хозяйству, наверное, в следующий раз займемся. Пока, ну, вот как-то так вот. Погуляли, посмотрели. Теперь хозяйство ужинает, а я иду отдыхать. Все, вам хорошего дня, отличного настроения, насколько это возможно в наших реалиях. Все будет хорошо.